На сегодняшний день известно следующее. Умершая Фания Хасанова с 2009 по 2016 год работала в центре занятости главным специалистом. С 2018 года возглавляла начальную общеобразовательную школу номер 6 в Нурлате. В январе этого года женщина возвращается в родные стены центра занятости на должность руководителя. Однако ненадолго. Не имею права ничего, информацию никакую не выдаем. Нам надо работать. По нашей информации, тело 39-летней женщины нашли в ванной. У нее остался муж и две дочери. По одной из версий, женщина не справилась с проблемами и давлением на работе. Якобы в ведомство постоянно приходили проверки. В профильном Министерстве труда, занятости и социальной защиты не связывают случившееся с работой. Там заявили, что причина явно кроется в другом. Еще одна версия – пристрастие к алкоголю. Даже наркологи заявляют, люди с зависимостью по весне особенно склонны накладывать на себя руки. Алкоголь – это для нашего головного мозга, для компьютера своеобразная вирусная программа, которая изменяет работу и изменяет до такой степени, что человек в большинстве случаев становится агрессивным. Но вот такая агрессия, она проявляется в данном случае по отношению к себе. В любом случае, следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По нашей информации, женщину похоронили в Черемшанском районе. Артем Логвинов, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».